Приветствую всех на своем канале. Сегодня я продолжаю писать свой видеообзорчик, свой сериальчик о нахождении моих орхидеек в воде. Все мои вот эти орхидеечки, видите, находятся в водичке. Уже все. И сегодня у меня юбилейный выпуск. Мои орхидейки в воде уже целый год. Я бесконечно рада. Мы с моими цветульками выдержали все. И в общем, теперь мы сегодня вам покажем поподробненько и заглянем в каждый корешочек, как они у меня растут. За целый год мы не потерялись, ни одна у меня орхидеечка не пропала. Были, конечно, маленькие курьезы, что я сама заливала, но орхидеечки мои благополучно реанимировались и продолжают расти. Как всегда, я вам показываю, вот здесь вот у меня на шкафу такие есть орхидеечки в горшочечках. Вот, значит, смотрим. Уже вы, наверное, привыкли смотреть, что на шкафу у меня вот здесь вот легендочка моя находится. Да, уже давно отцвела. Вот там детульку, видите, завязывает. И как интересно, что цветонос подсох и как бы остановился, чтобы деточка моя питалась. Наверное, значит, это мне сюрприз такой преподнесла погода. Вот корешочки этой легендушки. Так, вот здесь вот у меня дальше. Это у меня беленькая орхидеечка. Она тоже благополучно себя чувствует. Сегодня постараюсь видео писать не очень долго. И поэтому так вот я вам быстренько показываю и так быстренько рассказываю. Пройдемся быстро, чтоб уже подвести итоговое мое, значит, содержание в водичке орхидеек. Ну, вот они, все мои тут орхидеечки. У меня опять в этом месяце есть сюрпризы очень приятные. Цветоносики набились еще дополнительные. К тому же я немножечко просмотрела свои предыдущие видео серии, видео части, ну, которые есть в описании под видео. И там же есть плейлист на целый мой такой лист видео обзор, где у меня там все части моих орхидеек, как только с момента, с первого месяца их проживания в водичке. Все это у меня началось в прошлом году, как раз в середине июня. Да-да, о, июня, ноября. И вот сегодня у нас год у нас сегодня год, годовщина, 12-й месяц моих орхидеек в воде. Вот, так вот вам быстренько пройдусь. Вот эта шкаодочка, тут рядышком у меня две красопеточки стоят, там у меня бестинг. Вот в прошлом месяце, видите, у меня моя чемпион лифтинг набила аж, значит, вот новый цветоносик набился у нее тут, вот видите, да? И продолжение цветения старого цветоноса вот вылез у нее тоже такой. Очень даже хорошенький, видите, такой цветоносик. Там у меня моя звездочка. Она очень-очень много корней напускала новых, пока цвести не думает. Но сейчас я дойду до того места, где у меня начинают мои красопеты цвести. Ой, не цвести, набивают новенькие цветоносы. Вот здесь вот у меня так уже тоже не помню, забыла. По предыдущим видео вы можете узнать, где и какой это у меня цветочек. Так, здесь у меня аж три
три растения в одном горшочке, но они все одинаковые. Одно вот это вот растение у меня уже из корешка вышла, детка. А здесь, значит, это у меня белая минечка тоже такая. Не белая, а салатная. Так, так, вон моя реанимашка, помните, наверное, в которую я в пазуху листьев залила водичку и вовремя опомнилась. В пазухе лист пожелтел, я его оторвала, там была, значит, прямо гнилое такое ямочка, пятнышко, которое я почистила. И вот видите, у меня остался один вон там большой корень, который питался, и постепенно вот, значит, орхидеечка набрала очень много корешков. Так, момент. Это у меня леодора, поглядите, тоже корни буйствуют. Все, видите, цветет, растет, продолжает расти, и корешки набираются. Так, дальше, как и обещала, потому что некоторые мои зрители почему-то не любят, когда я долго рассказываю, и пишут мне такие неприятные комментарии, что я как бы очень долго говорю. И противно, как им они говорят, смотреть. Вот, значит, это у меня этот сингала. У сингала, поглядите, какие корни большущие. Тоже растет. Все там новенькое, свеженькое. Вот и это вот деточка. Не деточка, а вот цветоносик у нее. Тоже вроде подрос, но вот как бы еще не совсем заметно, что там будет наклевываться. Вот еще это у меня литл зебра. Детка уже такая большая, еще пока не думает цвести что-то. Она, наверное, думает другое, а не о цветении. Не набивает, не на цветоносик. Это у меня моя старушечка. Вот так вот она. Тоже у меня в водичке. Вот, поглядите. Этот у меня Шуберт. Поглядите, я ему такую вазочку красивенькую купила, съездила специально, потому что корни из прошлой вазочки уже вытеснили растения. И вот, посмотрите, бутончик. Велоцейное цветение будет цвести долго и долго и долго. Вот так вот. Вот такая у меня красота. Когда наберет цветочки, я ношу его в другую комнату, ставлю там, и он у меня красуется и радует гостей, и не только гостей. Сегодня у нас замечательная погода в Никополе, 15 градусов, солнышко светит, видите, у нас еще снега и не было. Так, смотрите дальше, мои хорошие. Вот у меня минички, чувствуют себя опять замечательно, не хочу, не придумываю, все, что есть, то и показываю. Вот, посмотрите, вот видите, ничего у них не гниет, ничем я, как всегда, не удобряю, листики они у меня уже не теряют, а вот даже набивают, вот там можно заметить новый лист, где он. Не видно, не знаю, может быть, и будет видно в камере. Но есть у нее уже опять там набивается новый листочек. Так, поехали дальше. Что-то я заела. Вот, смотрите, приятность какая. Цветоносик. Видите? Вот еще приятность какая. Очередной цветоносик у меня набивается. А может, даже это и детка. Не знаю. Ну вот, посмотрите. Они себя, как всегда, чувствуют неплохо. Набивают листов. Очень много новых корней. В воде они у меня вот в таком количестве стоят постоянно. Я не просушиваю ни дня. Постоянно и постоянно.
Я считаю, что все-таки воздух циркулирует вот, вот тут вот сверху. И поэтому орхидеечка не загнивает. Главное, чтобы шейка орхидейки не была в воде. Это уже как бы я на своем опыте заметила. Чтобы водичка тоже не попадала в пазухи листьев. Также я их сверху не обрызгиваю. В комнате у меня где-то 22-24 градуса, вот такая температура. Конечно, может быть даже и жарковато, но летом было жарче. Я все равно не обрызгала, идет вот здесь вот снизу, видимо, испарение, и орхидеечкам хватает. Вот вкратце я рассказала вам. Вот смотрите, вот у меня маленькая вот эта вот была как на реабилитации. Посмотрите, набивает новый листочек. Но правда, почему-то корешков еще не набивает. Ну-ка, 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 ну-ка. Да, вот видите, пока ничего нету. Как-то не хочет она корешки мне показывать. Вот как-то она вот так вот питается. Прикрепила на палочку, чтобы орхидеечка не была сильно глубоко в водичке. Вот в такой вот она позиции у меня стоит. Посмотрите, вот в прошлом месяце вот у меня только наклюнулись цветоносик. Вот он уже какой большой. Ну, в общем-то, это у меня получается уже четвертая орхидеечка. Вот там, напомню, у меня одна, которая набирает цветоносы. Вот. Дальше. Ну, дальше у меня пока еще просто живут, адаптируются. Наверное, набирают корни. Стресс они уже стрессанули все. Так что я уже не боюсь ничего. Посмотрите, там какие-то тоже все лезет зелененькое. Такое. Бульбочки там какие-то, зачатки чего-то. Или корешков, или цветоносов здесь. Тоже все прекрасно. Вот так вот у меня обстоят дела. Дальше иду. Смотрите, вот так вот у меня вандочки мои. Ну, они, конечно, у меня без воды. Ванды нет. Я в воде не держу. Ванды я замачиваю. Двое суток. Как это, на 7 дней или как, в общем, двое суток через 5 получается. И вот вторая у меня такая же вандочка. И конечно, если за счет того, что у меня очень когда жарко и вот солнышко, я немножко вот от замочки до замочки сбрызгиваю на вандочках. Вот здесь вот тоже сбоку что-то навязано, набухает, не знаю, видно, не видно, но как бы не об этом сейчас. Да, вот я вижу и думаю, что и вы видите, хорошо зафиксировала камера, что что-то будет тоже происходить. Вот так вот, так осторожненько. Здесь у меня тоже вазочка. Вандочка, вазочка, чего-то я сегодня сильно много говорю и как-то все картавлю, да, неправильно слова подбираю. Переживаю, каждую запись переживаю. Хотелось, чтобы вам понравилось, потому что много было упреков, что я выдумала, через на 5-м, на 6-м месяце я пожалею об этом. Но, как видите, не пожалела. Как видите, что у меня все стоит. 33 вазочки насчитала.
Вот у меня котик там. Тоже посмотрите, сбоку чего-то набивает. Еще не могу понять, или корешочек, или давай мне уже цветоносик. Котярочка. Сейчас я оставлю этот горшочек, чтобы показать вам побольше корешки, поближе. Посмотрите, сколько тут у него много корешков. Вон, видите, какая-то бульбочка лезет. Давай мне цветоносик уже. Не, наверное, это будет корешочек. Ну и корешочек тоже давай. Когда наберешь много корешочков, дашь мне, конечно же, цветоносик. Вот там еще у меня тоже моя любимка. Они у меня все любимые. Извиняюсь, что очень грязно. Грязный уголочек по состоянию здоровья. Не могу добраться туда и убрать. Ну, главное, чтобы мои красавицы чувствовали себя. Как вы видите, цветы, ой, листы все. Тургор замечательный. Все такие крепенькие. Поглядите, какие цветы, листочки. Ничего не желтеет. Вот последняя моя. Ой, как же это моя красавица-то тоже. Вот надо уже тоже сносить, помыть. Но как-нибудь соберусь с духом и помою ей. Ну вот тоже тургор очень хороший. Вон, видите, он прям так даже камерой. Тургор очень хороший. Ой, подзабыла, как эту мою красопету называют. Ой. Ну вот, в общем, провела так вам быстренько этот обзорчик. Еще раз напомню, это у меня уже год. Это у меня же 12-й месяц моих красавиц проживания в воде. 12-й месяц. Ой, спасибо за просмотр, мои хорошие. Не забывайте ставить мне лайки. А также спрашивайте все ваши вопросы. Задавайте мне в комментариях, пишите. Я всегда стараюсь на них ответить. Ой, ну, в общем-то, теперь хочу подвести такой общий итог. Я вам специально записывала такие отчеты. Каждый месяц, в середине месяца я выдерживала, чтобы эту паузу, чтобы, значит, вы смотрели, наблюдали за развитием моих цветочков. И, наверное, конечно же, уже привыкли, где какой цветочек у меня стоит. Это, конечно, кому как интересно. Ой, наверное, теперь уже я буду пореже вам показывать этот обзор моих, значит, красавиц в проживании в водичке, потому что состояние здоровья не позволяет мне дальше продолжать делать ежемесячный отчет. Но я всегда с вами. Подписывайтесь на мой канал и жду ваших лайков. Спасибо за внимание еще раз, мои хорошие. До встречи! Я никуда не деваюсь и всегда с вами. Пока-пока!